воспитанника Октябрьского детского дома. Сейчас Александр, известный певец, ведущий, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Встречаем Александра. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Александр. Вы знаете, небольшую такую предысторию сделаю. Я с 2 лет воспитывался в детском доме в Октябрьском. Жизнь была, конечно, очень веселая, насыщенная. Много друзей, много знакомств, много разных поездок, эмоций. Но я бы хотел дать небольшой совет воспитанникам детского дома. Самое главное, ребята, это любить и уважайте воспитателей, директоров, всех работников детского дома, потому что на самом деле это те люди, которые вас воспитывают, скоро вам выпускаться из детского дома. Поймите, жизнь в детском доме это куча эмоций, это куча просто всяких разных идей. Вот. Самое главное научиться любить, научиться прощать. Прощать в сердце. И, конечно же, конечно же, мне хочется сказать отдельные слова благодарности всем приемным родителям, всем опекунам. Низкий вам поклон за это. Спасибо вам большое, что вы есть. И, конечно же, не забывайте своих воспитателей, работников. Любите, будьте счастливы. Спасибо. Друзья, сейчас мне хочется вот такая небольшая предыстория. Дети, поднимите все руки вверх. Все руки вверх. Давайте научимся с вами немножко качать, да? Вот так вот руками. Вы знаете песню «Туманы» Макса Барского? Ну тогда споем все вместе, хорошо? Поехали. Да, вы прям руками вот так вот качайте, не стесняйтесь. Туман, ты туман, туман, ты туман, туман, ты туман, туман. Сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как мои дела. Но мы не знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках. Наверное.